29 марта 2020 года разместила комментарий о том, что в городе Абакане погибло 2 человека от коронавируса. Данная информация была недостоверной. Обязуюсь дать опровержение. Больше так не буду. Хотелось бы обратить внимание граждан на распространение заведомо ложной и недостоверной информации, которые в последующем могут создать панику среди населения, либо какие-то иные тяжкие последствия. За это тоже предусмотрена административная ответственность статьей 13.15 КоАП РФ, и наказание предусматривает значительный внушительный штраф от 30 тысяч на граждан. В настоящее время сотрудниками полиции пресечен один факт распространения заведомо ложной непроверенной информации, касающейся коронавирусной инфекции. В отношении лица, совершившего данное правонарушение, возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. По результатам расследования будет в отношении правонарушителя составлен протокол, материалы дела направлены в суд на рассмотрение и привлечение гражданина к административной ответственности.